МДЖ Барбары, вы звали? Конечно же. Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами Касида Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Mafia 2 Definitive Edition Joey's Adventures. Да, мы в прошлой серии играли за Джо, и в этой тоже серии. Посмотреть задания. Теперь у нас какие-то задания доступны. Обучение. С возвращением в... цивильный мир, старик. Пока ты загорал на юге, я следил за твоей квартиркой. Я оставил тебе машину у вокзала. Поезди, посмотри сам, что изменилось. Только не высовывайся. У людей память долгая, 5 лет это мелочь. Когда насмотришься, можешь сразу включаться в бизнес. Наверняка для тебя у многих найдется интересная работа. Сядьте в машину и поехали. Давайте. Это, походу, таймер обучения. Да, вот я. Индикатор бонусного времени находится в верхнем правом углу экрана. Чем быстрее вы закончите задание, тем лучше получите бонусных очков. Если время выйдет, задание будет провален. А, все, понимаю. Эй, жартрес, ты куда это идешь? Слышь, жартрес. Ты забыл за проход заплатить. Гони 5 баксов. Да что это за день? А, это... Да мне не говорили, мы драться будем. На нахуй. Ой, худ. Опа. На. Убийство в сближенном бою. Обучение. Вы обезвредили противника. Когда вы расправляетесь с врагом, вы получаете очки. Помните, что за убийство мирных граждан и полицейских очков не полагается. А, понял. Надеюсь, это стоило 5. Убить человека? Нифига себе. На! Повалил. На! А этот крепкий, кстати. На! Да ё-моё, ты как заколебал! Все, второе убийство. Обычно, если вы убиваете несколько врагов, вы получаете бонус умножения. Чем больше врагов убито подряд, чем выше бонус умножения. Х2 уже. Добудьте машину. А, вон. Нифига себе там. Красивая тача. Садимся. Обучение. Старайтесь набирать максимальное возможное число баллов в каждом задании. Вы можете стрелять по врагам, разбивать машины или гонять на большой скорости. Чем выше вы справитесь с делом, тем выше будет ваш счет в списке лидеров. Наивысший рейтинг S, наименьший D. Чёрт, не туда. Блин, ладно. Занос. А теперь полетели. Чем попробуем большую скорость? Оп! Опасная скорость. Ёпта. Нормально, нормально, нормально. Понял. Ну сейчас мы еще наберем немножечко. Опять ехать чиниться. Да, это даже не моя машина, господи, Джо, ты чё? Нет ничего такого, по сути, наверное. Смотри, в дрифт. Это молокосос, блин, ты чё тут забыл? Так. Добро пожаловать в Empire Bay. Вот и дом. Используйте Е, чтобы завершить. Ура! Продолжить. Я эску получил. Обучение. Не забывайте, что вы в любой момент можете использовать любой из ваших квартир. У каждой квартиры есть гараж, где можно поставить машины. Гаражи общие и у всех квартир. Расположение квартир отмечено на карте.
очень мало точек. Очень мало. Посмотрите задание. Конкуренция. Эй, Джо, я эту работу тебе еле нашел. Честно, по дружбе выпросил. Мы с Дереком стояли одно... Затеяли одно предприятие. Ну, понимаешь, дорогие тачки и все такое. Бабла с этого завались. А папочка тупорылых уродов устроила то же самое в Милвани. Езжайте туда и строй там разгромщик. Они что, не понимают, кому дорогу перешли? Влетите в гараж в Милуни, поставьте тачку к конкурентной борьбе. А, в конкурентной борьбе. На мой русский язык, привет. Уничтожьте машины в гараже в Милуни. Понял, сейчас мы это... Тачки будем это уничтожать, по сути, да? Вот я люблю вот этот полицейский разворот в Мафии 2. Он хорошо проработан. Смотри, смотри, смотри. Привет. Стой, боже. Аккуратнее, аккуратнее. Я нормально, все нормально, все, все идеально. Отлетело. Вообще по. Да блин. Вот же. А, полицию убил? Кока-кола за ваше здоровье. Ой, ладно, сейчас я вернусь, когда уже доеду, потому что это бессмысленно, типа. За ночь полиция это вызвала, господи. Ух ты. Куда нам? Прямо? Вот так вот? Ема тут Джо подлетел. Слушай, а мне нравится это место, я буду сюда приезжать, чтобы полетать. Ой, черт. А, все, 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 дьявол, дьявол, реально дьявол. Аккуратнее, Джо, Джо, Джо. Будь крайне осторожен, Джо. Где ты, урод? Да блин. Да как это так? Сукин сын стреляет еще. Где ты, урод? Господи! На! Домой! Взять револьвер. Тащить его я не люблю. Не по моей части. Ой, блин, нихера тут тачек. Уф, 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 уф. Надо посмотреть. Так, подождите. Нужно посмотреть... Сделали я все идеально. Где у них бензобак? Слушай, а как их взрывать-то? Ой, блин. Мужики, все, валим отсюда. Мать. Кто? Хорошо. А, стреляют, господи, беги. Где моя та? А, она там, черт. А, долбоеб. Стой. А, стой. Джо, просто беги, просто беги, просто беги. Господи, Джо, просто беги. Не оглядывайся, просто беги. Садись в тачку и уезжай. Все, валим. Джо, валим. Вообще пофиг на все, уезжаем. 5000, нифига себе, я тут это собрал очков.
Домой! Все. Пробитие осуществилось. Ладно, найс. Все. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Подожди, 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 подожди. Не-не-не, ничего не понял, ничего не понял, ничего не понял. Все, ура! Победа! Победа, время обеда. А стой, подожди. А как? А куда? А что? А что? А где? Блин, я разыскиваю стачка тоже. Начните следующее задание. А где? Жмурик? Новое задание, жмурик. Поехали к жмурику. Ну, как я знаю, жмурик — это плохая вещь. Ёпта, бля. Уезжает полиция. Эх, не смотрел то, что я пролетел. А мне пофиг. Я тут иду. Нифига себе тут. Возомнил себе. Я тут иду. Ага. Ну иди, что я могу сделать? Так, вот жмурик. Блин. Смотрите задание. Жмурик. Джон, мне нужна твоя помощь. Какого-то чокнутый урод прыгнул по мне под колеса, пьяный, наверное. Или еще что, я не знаю. И насмерть. Копы же что не поверят, что я виноват. Помоги мне, Джо. Я его запихал в багажник, пока никто не видел. А дальше я без тебя не знаю, что делать. Избавьтесь от трупа в машине Марти, полиция. Пока полиция его не арестовала. Блин. Спасибо. Описание. Рост футов 6. Среднее сложение. А это что? Вас понял. Не, мне пизда пахло. Ёпта, сколько этих. Ого. Тёлка. Так, окей. Если хотите поиграть, копы, будем играть. К Марти, да? Да, это Марти. А вот и таксишка, да? А куда мне надо ее отвезти или как избавиться от нее? Ну, я могу. Избавьтесь от машины, свалки. Свалка бруски? Мне весь этот... Ну, точно с копами будет. Она такая остановилась в розыске. Ну, вот именно сейчас должен был открыться этот грёбаный багажник. А Джо вообще, ну, типа, он даже не знает, что у него багажник открыт. А чё рад не одного челика, типа, столько копов? Так, ну тут коп. Это плохо. А ну стой. Я разыскиваюсь, машина разыскивается. Меня еще арестовать хотят. Крутое начало. Крутое начало, да. Спасибо. Ну ладно. Сейчас, я думаю, мы эту разбериху разберем. Не разбериху. О. Вот так вот надо закладывать. Ну смотри, в принципе, для меня не особого ужасного что-то не составляют. В принципе, я думаю, спокойно я доеду. Северный Милвилл. Так. Тут просто баг присутствует, если типа в каких-то из этих всем поста! Местах. Отбой тревоги. О! О, вот это я понимаю. Типа, машины пропадают перед тобой, это только на том месте, где ты едешь просто. Вот бы тут же сделали бы, просто тачки же не спаунились бы, полицейские. Можно было бы спокойно доехать до Ареля без копов. Смотри, ну они сзади видят. Дайте мне это самое, у меня опасная скорость уже 140. Ё-мо. Ну я большой скорости уже долго держу. Давай, до 80, до 80. Ёпта. Ну вот, опять ехать чинит. Какой чиниться-то только? На свалку. А как копам, типа, сейчас было ну, вообще, накакать на меня, на сарай? Ну ладно. Ё-моё.
Понимаю, 20 за нос. Давай быстрее уже, Джо. Ну ладно. Блин, чё себе залетел, конечно. Но это только реально на свалку. Можно было продать на органы его. 400 баксов. Отправляйтесь в безопасную зону. А типа я мог бы с копами приехать, но... Я приехал без них. А чё я самый худший балл получил? Начните следующее задание. Фух, сложно. Очень даже сложно. Наверное, все же... Не, надо еще одно задание выполнить, попробовать. Потому что мало времени прошло, мало времени прошло. Мне нравится, что-то там фонари какие-то. Все, уезжаем из такси. Ё-мо, а где, кстати, новая миссия? Мишен. Ага. Вот тут вот. Или вот он. Спасение Марти. Опять Марти? Не, лучше давайте сюда поедем. Марти опять спасать не хочу. Что он знаете куда? Ну это в следующей серии мы спасать Марти будем. Бля. Все нормально, Джо, вообще это самое прям. Все, начали на расслабоне. Ладно, вернусь, когда я доеду. Да, считаю, что это правильное решение. Блин, как мне везет на этих копов. Ладно. Вещдок на колесах. Тот уродец, который купил у меня Кингфишер, короче, крепко попал. Оказывается, тачка была ему нужна на дело. А когда появились копы, он дропнул. Джо, машина сейчас у копов. Если они начнут копать, кое-кто из наших вообще знакомых очень нервничает. Джо, эта тачка должна исчезнуть, или мы оба попали. Угоните красную полицейскую участку, доставьте ее для бруски. Понимаю. Опять этот участок ехать, что ли? Заколебали уже, ё-моё. Ага. Где-то тут, да? Это не подвесы. Вот сейчас вот это не был подвес. Я просто смотрел на ВПС-ку. Бля, господи. Вот уроды. А! Бля, мать! Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Беги, просто... Господи, Джо, я не знаю, как ты еще жив. Ну просто лезь, просто лезь, просто лезь. Джо, просто пробитие. Бам! Уезжаем, все, уезжаем, просто уезжаем, просто уезжаем. Мне вообще пофиг, просто уезжаем, Джо. У нас 4 звезды. Угнали эту чертову машину. Так, нам влево, ой, право. Ёп. Да. Понимаю. Ематом толпа копов. Валим, господи, валим. Просто... Да там расстрел даже делают. Да за что? Я обычный Джо Барбара. Кстати, быстрая тачка. Ёпта! Кстати, в занос хорошо пришел. Все, 4 звезды вылетели. Это хорошо. Четыре звездочки. А, привет.
Слушайте, может без злост... Ладно, обойдемся. Хотел сказать. Оп, смотри. Едет, называется. Огромная скорость. Оба пролетаем. Прикиньте, как они офигели. Когда я так прилетел. Почему-то нельзя пробить. Я пробил. Ой. Спасибо. Что дали повернуть, так сказать. Да, люди, дайте мне проехать. Я не вижу это границ. Блядь, стой! Черт побери! Русский, спасай, пожалуйста. Там за мной этот гондон увязался, слушай. Бруски. Джо, слушай. Нам пипец. Черт. Блин, ты откуда? Сукин сын. И откуда я начну? Ну, только не говорите, что с самого начала. Ну нет. Ну люди, пожалуйста. Ну... Сука! С того места! Меня это бесит. Вы угораете, я почти довез эту грёбу. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял. Ладно. Я его когда доеду. Да. Да ладно, я доехал до этой чертовой фигни. Ура. Все, паркинг. Да. Эску. На высший уровень прошел. Отчитываем следующее задание. Что могу сказать? Следующее задание будет уже завтра. То есть в следующей серии. А... Пока что все. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Откуда получился видеоролик? Надеюсь, он вам, конечно же, понравился. Вы не забыли поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну а с вами был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.